В Шымкенте родилась вторая с начала года тройня. Сегодня их выписали домой из городского перинатального центра. Мамой девочек-тройняшек стала 34-летняя Арайлы Симбиева. Малышек назвали Медина, Ясмина и Алина. Тройняшки появились на свет на месяц раньше положенного срока, поэтому почти 4 недели они находились под контролем медиков. Первую неделю малышек выхаживала реанимационная бригада неонатологов. Затем за ними присматривали врачи из отделения недоношенных. Когда малышки набрали вес, их выписали домой. У многодетной семьи теперь 6 детей, старшему из которых 9 лет. Сейчас все хорошо. Спасибо врачам за то, что спасли жизнь моим малышкам. Меня дома ждут дочь и 2 сыночка. Старшему 9 лет, потом 2,5 года и 1 год и 2 месяца. Пусть мои дети живут долго и счастливо. Я их очень люблю.